«Мир, спорт, май». Именно этот лозунг звучал в день всех трудящихся на бульваре Кокуй. Спортсмены открыли велосезон. В стройной колонии около 700 человек. Ну, для ребят многое это значит. Во-первых, они некоторые первый раз выезжают в этом году. Кто-то и зимой все катался всю зиму, а кто-то первый раз выезжает на велосипедах именно сегодня там, или вчера выезжал. И встретить велосипедистов, друзей, пообщаться, а потом еще и увидеть, сколько их много, и порадоваться этому факту, ну, вдвойне веселее и интереснее. Велопарад стартует от бульвара. Спортсмены едут около 6 километров. Маршрут простой: по проспекту Ленина, мимо железнодорожного вокзала, по Шереметьево. Метьевскому проспекту, финиш также на бульваре Кокуй. Проехать эту дистанцию по свободным от автомобилей дорогам мог любой желающий, от мала до велика. Открытие велосезона – это все-таки такой некий маленький шажочек в приобщении к велосипедному спорту. Это, по сути, открытие, некая проба. Сегодня даже были и невзрослые участники, были дети, которые ездили на велосипедах родителей. С каждым годом желающих на других посмотреть и себя показать становится все больше. Подготовка у всех разная. Среди участников есть и мастера велоспорта, и те, кто только-только научился кататься. Впечатлений много. Вот мой первый раз с ребенком, поэтому я больше переживала за нее. Вот, собственно, можно у нее спросить. Как тебе, понравилось? Очень. Сложно было ехать? Ну, чуть-чуть. Также парад – отличная возможность объединить все велосообщества. По словам организаторов, мероприятие связало всех спортсменов, независимо от того, как долго и на каких велосипедах ребята катаются. Как раз сегодня первый раз сел на велосипед в этом сезоне. Вот, было несложно, ехали медленно. Вот, скорее сложность была в том, чтобы тормозить в нужный момент и не наехать на велосипедистов спереди. В целом классно, погода замечательная, настроение великолепное. Спасибо за эмоции. Бешеная скорость была, очень. Я не знаю, у меня, наверное, штрафов там 5 штук, наверное. На красный свет, там вообще кошмар. Мы безобразники. Участники парада рассказывают, велосезон обещает быть активным и интересным. Одни будут проверять себя на прочность на больших дистанциях, другие примут участие в профильных соревнованиях, а кто-то будет просто наслаждаться летними велопрогулками. Мы занимаемся стрейкболом, и у нас команда, и часто выезжаем в другие города. Это нужно. И на всякие... Будем в этом году поедем на Рубское озеро, вот. То есть немаленькие дистанции будут. Велосипедисты также надеются, что летом традиционно пройдет Плёский веломарафон, где ребята смогут поставить много рекордов. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.